Всем привет! Это планета Лето. Не была здесь давно. Похоже, новый завоз. Очень красиво. Коробочки подарочные упакованы. Ой, сразу цены покажу. А то за цены меня уже просто. Я иногда даже забываю про цены, вам честно скажу, если не беру. Ну, здесь завоз большой, такой великолепный. Посмотрим поближе. Ну, не знаю, панда это или нет. Цветочки мелковатые. Хочется их трогать насчет цен. Ну, приблизительно такие же на все беглипы, я думаю. С мелкими цветочками. Крупные беглипы. Так, тут тоже вот пестренькие. О, гусары наши усачи. Их много. Вон еще, смотрю, палетка. Вот еще беглипчик. Помню, летом был на рынке. Вот его почему-то поставили в уцененные. Здесь уцененные. Видно, чтобы схватили не глядя. Красивый. Ну вот мультифлорки, не знаю, что показывают. Белые. Вот сиреневые темные. Сиреневые полосатики. Ну и все. Я уже пробежалась, посмотрела, вдруг что-нибудь редкое, интересное. Но нет, ну вот, интересное, ярко. Про это. Наверное, музыку включу, рассказывать нечего. Голос меня не слушается. Я тут решила приболеть. Немножко. Не хотела даже заезжать сюда, потому что здесь брала большую, здоровую, со множеством корней орхидею. Вот такую, кстати, как раз зашла. И у нее за процессе пересылки загнила шейка. Мне очень жалко хозяйку, конечно. О, красивая Мария Тереза. Пообещала ей маленький вот купить. Типа такой, ну здесь цена. Видите, да, сегодня какая. Вот сегодня объезжаем рынки. Ищу маленький сейчас Леруа, еще одну схожу. Леруа завозили очень много таких маленьких. Прошлый обзор я ухала над ними. Но сегодня ничего уже нет. Так, вот тут вверх ногами 2699. 2700. Цимбидиум. А вот. Ну вот стараюсь найти маленький, как бы недорогой цветочек,
послать ей еще в качестве утешительного как бы бонуса принцесса розовая, потому что правда цветок такой огромный и все у него было здоровое, и как вот так получилось, не знаю. Что мы тут рассматриваем. Ну, вот слегка потрепаны. Вот этот поярче цветочек. И цена у него такая же. Вот моя. А нет, думала моя любимица бордовая. Нет. Похоже на кимоно, но, наверное, это не он. Так, вернулись к беглипчикам. Еще раз покажу. Смотрите, девочки. На дуге дороже традиционно. Уже не буду их ворочать. А, вот еще мультифлорка такая. Немножко подвядшие, но красивые. У Дигапитала почему-то их стали такие маленькие привозить. Я вот их боюсь. Камбрюшка там белая. Пятнышко. Вот хорошо тут все видно. Цветы не крупные, мелкие. Такие минички. Камбрюшки. Такие мельтонии. Похожи на сансет, но цвет другой. Сиреневого больше. Ну это уже. Ой, у него как жемчужинка на носу светится. Уже зрелые он печеньки. Так, меня просили по горшкам пройтись. Ну, пройдусь. Простые. Такие. Мне нравятся вот такие двойные горшочки. Ну, цены у них так подросли. И нигде больше нет. Мне нужен большой горшочек. Когда-то он стоил 160 рублей. А теперь 250. Такого не надо. Вот из простых и стеклянные. Стеклянные у нас по 400 рублей. Одинарные. Цвета разные. Начну еще одну полку повыше. Такие удобные. Такие покупаем. Только не здесь. Тоже двойной.
закуски. Уже не помню. Или по 40, или по 50 были рублей. А, ну вот большие я вниз там опускалась, вот большие вверху. Ну, по-моему, меня Таня спрашивала, она интересовалась именно вот этими горшочками. Вот Таня маленький. Только. Только средний. 190. Интересные горшочки. Ну, это не для орхидей, конечно. Но у нас с вами и другие же цветы есть. Вот такая. Для кактуса. Видно, кактусы нарисованы. То есть выбор есть. С этой стороны еще покажу оценки, что есть. Ну, в основном белые, вроде вот пятнашка. Уже не буду трогать их на предмет корней. Сейчас сами посмотрите, кто захочет. Красивая. Каскадцы. Ну вот, розовые, белые. Полосатик есть. Такие даже. Пятнашки. Дендрики еще вот такие. Ага, появилась теофлора. Когда-то я днем с огнем не найти было. Только на сайт продавцов. Ничего не могу сказать об этих грунтах. Не брала ни разу. Так, цены там. Так, вот за этот 53, за этот 75. Кора мне очень нравится. Для котлей, наверное, очень крупная. Но цена не нравится. Вот пластиночка мелкая. У меня как-то прошел бум для пересадки. Раньше не хватало этой коры. А сейчас как-то почти не пересаживаю. Когда пересаживаю, использую тут же кору. Обрабатываю ее. Ну, никого. Такой еще грунт. Ну, в принципе, недорого. Не знаю, что там внутри. Такой. Это, наверное, для котлей. Такой мягкий. Да, совсем мягкий. Без коры. Ну, вот покажу ту с оценками.
Серединка пустая, правда. У нас пол длинный. Вот, смотрите. И здесь, наверное, новый привод. И здесь целый стол. Бегли бы в конце. Так, вот еще вещи нужные Архамана. Так, сфагнум у нас 35. А, это распродажа дальше. Волокно. Абитур, от которого мы избавляемся. В орхидейках. Чипсы. Я поискала адениумы, поскольку ими тоже интересуются. Так, это вместе с плошкой 800 рублей, да? Бамбук, конечно, можно дешевле купить, плошка замечательная. А вот длинный бамбук 100 рублей почти. Есть черные. Я вот люблю такие вещи почему-то. Керамический. Ну, на этом, наверное, закончу обзор с планеты. Где-то вот Антурия у нас спрашивали. Я до сих пор на них смотрю, вот сам меньше. Где-то встречаются совсем маленькие детки. И подешевле, конечно. Ну, так их всегда много. Спасибо всем за просмотр. С вами была Ирина, канал Цветики. До свидания.